満開。Давно я мастера не видел. Неужели он погиб? Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. Ну что, пойдем? Идем, пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. Передаю всем привет по ту сторону экрана. У многих наверняка ко мне есть много вопросов. Куда я пропал? Где ролики по зомбиксу? Почему так редко выходят видео на канале и занимаюсь ли я вообще каналом? Нет, канал я не забросил. Просто в моей жизни был очень непростой период. Но обо всем по порядку. Навалилось много проблем и добавилась куча дел, которые нельзя было откладывать в долгий ящик. А проблемы вообще приходилось решать чуть ли не каждый день. Поэтому у меня катастрофически не хватало времени и сил на канал. Хотя какие-то ролики я все же выкладывал, но это я или по ночам сидел, монтировал, либо выкладывал залежавшиеся видео. Также я дважды болел, температура, головная боль и ломка в теле особо не давали работать над каналом. В основном я спал, ел, долечился. А когда выздоровел, то мне сразу захотелось куда-нибудь сходить, потому что столько времени дома сидел. Но несмотря на все это, я все-таки искал разные материалы. Музыку, купил себе новых вещей для обзоров и даже пытался что-то монтировать. Также я прекрасно помню о том, что обещал вам сделать розыгрыш по зомбиксу. И он готов. Ну а пока отойдем от розыгрыша и вернемся к вам, мои подписчики и люди, которые просто меня смотрят. Людям, которые нравятся мои ролики или большинство моих роликов, которые подписались на мой канал и так до сих пор остались на нем, которые интересуются моим каналом и моим творчеством, моим подписчикам, я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, репосты, спасибо за ваш актив, а самое главное, спасибо за ваше терпение и веру. Канал не приносит мне никакого дохода, никаких денег, поэтому ваш актив и слова некоторых подписчиков дают силу не бросать начатое, идти дальше с высоко поднятой головой. Спасибо вам, ребят. А теперь я обращаюсь к тем людям, которых и оскорблять не хочется, и руки об них марать, но копить все себе я не собираюсь. Люди, которые сначала подписываются, а потом отписываются, для чего вы это делаете. Если вам что-то не нравится, напишите мне в ВК или в комментариях. Я обязательно прочитаю и буду думать, как решать эту проблему. Я буду видеть, что я иду в правильном направлении или же наоборот. Вы пишите, тогда ваш голос будет услышан, из-за того, что вы молчите, ничего не изменится. А если вы просто уходите, мне, конечно же, обидно, но это ничего не меняет. Я просто махаю вам ручкой и вспоминаю вас очень добрыми словами. Если вам не нравится формат видео, то напишите об этом, если это возможно, то я что-то поменяю. Если вы хотите больше роликов о чем-то, то опять пишите об этом мне. Если вас не устраивает частота выхода видео, то это уже ваша вина. Какой актив, такая и частота. Еще хочу сказать, что мой канал не привязан к какой-то одной теме. Поэтому если ролики выходят не часто по интересующей вас теме или вообще не выходят, то опять это ваша вина. Хотите продолжение, напишите мне об этом. Я буду видеть, что это кому-то интересно, что это нравится людям, и соответственно буду выпускать больше и чаще роликов по интересующей вас теме, пока это актуально. Надеюсь, вы меня услышали. Теперь вернемся к розыгрышу. Значит, условия розыгрыша – 135 подписчиков на канале. Как только набирается это число, в этот же день или на следующий день будут итоги. Правила участия такие же, как и прошлый раз: подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк под любым роликом и написать коммент «Я участвую» и свой ник в игре. Розыгрыш будет на третьем сервере на 8 мест, то есть будет 8 победителей. В розыгрыше будет только золото, в количестве 200 слитков. Каждый победитель получит по 25 золотых слитков. Выявлять победителей буду через различные программы, если желающих участвовать в розыгрыше будет слишком много, то возможно запишу лайв-видео и покажу, как я наугад выбирал победителя. Еще услышимся. Спасибо за внимание.
Всем пока.